Всем привет, ребята! С вами я, Магомед97К, и сегодня я буду играть Майнкрафт. Вот мой домик. Крутой, да? Да, я согласен с вами. Так. О, а это чей дом? Так, чей это домик? Ну-ка, пойдемте посмотрим. Не понял. Эй, кто там? Это кто мне вламивается? Сейчас все прибью кого-то. О, не понял, то он? Магомед? О, привет, приятель, я тебя давно не видел. Я тебя тоже где пропадал? Ну, я сначала отдыхал там, Дубай, понимаешь, да? Понятно. Это твой дом? Конечно. Зачем тебе две кровати? Ну... Я же могу сюда и сюда лечь. Ну ладно. Хорошо, пойдем, я тебе покажу мой дом. Давай. А я, кстати, а почему ты сюда поселился? Я не знаю. Тут место такое прикольное, плоское. Как я все я люблю. О, градки. Да, так себе градки. Ну, нормально. Ладно, допустим. Так, что за домик у тебя? Ну вот, как видишь. Что за говно? Ты что, офигел? Это как бы даже на дом не похоже. Что ты сказал? Это земляной, это вообще самый худший дом в Майнкрафте. Даже не старался. Подожди. Даже не старался ты. Это что такое? А? Еще раз повтори. Ты даже не старался. Ты что? Нет! Стой от меня! Где ты? А вот ты. Стой. Пошел отсюда и больше не возвращайся. А, да, да, на да, свою да, земляную коробку посмотри, свинья. Ах ты, крыса. Она мне дороже, чем твоя. Иди отсюда. Ты говоришь, что у меня плохой дом? Да, кидай. Хорошо. Теперь. Сейчас. Самый плохой посмотри дом. На мою улицу. Ой. А это что такое? Это защита, 100% защита. Ах ты. Ты в нее никогда не пройдешь. Я проберусь, я у тебя все украду. Ага, до последней капельки. Ага, конечно, помечтай. Ах ты. Помечтай, лошара. Я не мечтаю, я всегда знаю и думаю. Я все равно проберусь. Помечтай. Хочешь, можешь даже сейчас попробовать. Давай. Окей. Ладно, я пошел, пока что немного рис добуду. Давай. Что ты там говорил про мой дом? Самое, какая же я сейчас. Вообще фигня полная. Отстой. Вот это я тебя с одного удара выстрелил. Это отстой полный, и ты даже стрелять не умеешь. Ага, видел я, как я стрелять не умею. Я тебя, по тебе попал с такого расстояния. Ладно, давай. Я к тебе доберусь, не бойся. Ну и ладно, пошел нафиг. Так. Я к тебе, блин, я доберусь. Окей, буду ждать. Я тебя ничего не оставлю, кроме этого. Окей. Вот он какашка, блин. У самого, блин, земляная коробка еще говорит, что у меня дом какашка. Охреневший. Ну ладно, ладно, ничего, я ему еще там еще сегодня. Может, я ему вообще дом взорву. Как думаете, взорвать ему дом? Давайте придем к нему. Ой, его что, дома нету? О, это хорошая идея, затроллить его. Вот только... Так, у него сейчас в руках. Он в сундуке, у него ничего нету. Ой. О, давайте ему... Так, его дома... Где он? Ай, ладно. Окей. Идемте домой. Ща. Так, берем лопату и давайте этот, ну, пол ему вскопаем, у него будет дырка огромная в доме. Наверное, он офигеет, когда увидит это. Так, давайте. Вот это у меня лопата. Интересно, а где сейчас вообще этот лошара? Так. Так, я у него уже почти весь пол сломал. Ладно, не буду ему до конца доламывать. Все, я пошел домой. Так. Не понял, он что в моем доме? Я не понял. Иди сюда. Ой-ой-ой.
Надо быстро кутаться. О, невидимки! Пошел нафиг отсюда. Так. Давай. Есть. Так. Где ты? Я тебя не вижу. Так. Иди нафиг. Домой. Это к нам. Так, это тоже к нам. Есть. Домой. Я домой. А что ты меня так ухватил? Что так слабо? Ты забыл, что ничего не делаешь. Верни вещи. Что мы тебя там забрали? А? Опа. Все, я говорю, пока. Не понял. Отстань. Я тебя не отпущу. Отстань. И что ты у меня украл? Да ничего ты у меня, по-моему, не украл. Ну ладно, сушенок какой-то. Ну ладно, я тебе дома подарок сделал. Нравится? Я тебе пол сломал. Подожди, сейчас я еще раз к тебе подойду. Так. Еще... Надо ко мне идти. Лучше. А, ну если ты хочешь ко мне прийти, тогда. Ща. Я уже иду к тебе с мечом. Нет, стой, подожди чуть-чуть, хорошо? Я жду. Давай. Сейчас я вернусь. Один на один давай. Не понял. Все. Ладно, подожди. Выкусил. Давай, попробуй ко мне хотя бы подойти к моему дому. А если я подойду? Если ты пройдешь мою полосу препятствий, то я тебе его подарю. Подаришь? Да, но вещи я все заберу. Ладно, договорились. Так, давайте еще стрелу возьмем. Как тебе? А, вот ты невидимки. Бегаешь. Плохой шарик. Так, мой сушитель. Где? А где мой сушитель? Я не понял. Подождите, надо по новой чай. Включу по новой и продолжу. Наконец-то включил. Ща. Блин. А где этот лошарик? А, я тут, как обычно, ё-моё. А ты где? Я тебя не вижу. А, ты не в видимости? Ну да. Вот, видишь, даже меч. Мой сушитель тебя уничтожит? Упал. Покажи свой меч. А что? Вот меч, самый крутой меч моего. Ах ты. А я мечом буду защищаться. Ой-ой-ой. Иди сюда. Нет. Чего он такой быстрый? Кто? Иди сюда. О, кто-то, видимо, встал. Отравление, значит. Хватит уклоняться. Харе убегать. Ес, я попал. Так. Ты где? Я не понял. Я в своем доме. Кстати, а что ты у меня украл? Ну, там много чего, я тебе не буду говорить. Че, офигел? Так, давайте попробуем по-честному. Опа! Не получится по-честному, я тебя убью. Нет, это не мешает. Никто не говорил то, что я тебе не буду мешать. Маленькая. Я трус несчастный. О! Вот мусор этот уберешь. Ну а что ты положил в твой домик? Ты думаешь, что ты его сегодня заберешь? Насмешил это ужас. Ой, видишь, как я уже прошел? Не прошел. Мой сушитель с тобой расправится. И сушитель даже до меня не дотянется. А что с ним? Почему он стреляет в потолок? У меня вопрос. Ай, ладно, я без него справлюсь. Ах ты. Да ё-моё ты. Нет. Тихо. А еще говорю то, что я стрелять не умею, я, блин, по тебе миллиард раз уже попал. Я потому что, ё-моё, ты
Ты не видишь даже половину листьев. Послушай. Смирись уже, ты никогда не пройдешь в мой дом. Почему ты не пройдешь? Если не будешь стрелять, тогда, возможно, пройду. Не уверен. Ну давай, ты будешь стрелять, а я пойду. Не, я не хочу. Я хочу пойти стрелять. Ты сказал то, что мой дом говно. Сейчас я буду тебя мучить за это. О, бежать меня решил еще. Думаешь, это тут поможет? Ну, надейся. Но я бы на твоем месте бы не стрелял бы. А, конечно. Хрен мусор у меня делать. Мусорщик. О, наконец-то мой сушитель стреляет. О, хороший сушитель. Ай! Где наш номер? Все, наконец-то мой сушитель начал стрелять. Я могу наконец-то просто смотреть за этим. Что, будешь еще пытаться или пойдешь лучше ресурсы добывать? Я буду пытаться до самого конца. Ну, посмотрим. О, да неужто. Ты будешь меня стрелять? Ай, ё-моё. Ты будешь меня стрелять? Конечно, буду. Только, блин, я упал. Где ты? А, вот ты с другой стороны. О, кажется, кто-то упал. Ауч. А, все. Эх, ты ж. Сдаешься? Я, если ты не будешь стрелять, я никогда не сдамся. Да смирись уже, иди лучше ресурсы добывай. Подготовься к моей волне. Договорились? Ты что творишь? Ты зачем мою зону портишь? Какашка. Я землю добываю. Короче, все, ты мне надоел. Я твой дом пойду взорвать. Все. Ой, нет, ты не имеешь права. Еще как имею. Так. Блин, где мои только вещи? А, вот. Элитры. Пару ТНТ. Думаю, 4 хватит. И зажигалка. Куда моя зажигалка делась? Ты ее что ли украл? Да. Как у Шойды. Верни зажигу. А, вот она у меня есть. Все, сейчас ты ответишь на то, что сказал. Так. Ну ты пока пытайся идти, даже не буду мешать. Куча. Нет. Даже не учитывая того, что эти не стреляют, не можешь. Блин, фейерверки надо. Так. Ага. Все, сейчас твоему дому придет конец. Смотри, как твой дом сейчас взорвется. Так, нет, один ТНТ здесь. Пусть он будет. Ну вот прям здесь. Второй ТНТ будет здесь. Вот третий. Смотри, смотришь? А, ну я даже тебе помогу умереть. Ай-яй! Я на свою же ловушку попался. Я сам тебя убил. Ладно, ничего страшного. Ну я тебя еще убью, не ран, не волнуйся. Ну, ты еще подкоп мне сделал? В смысле, откуда я вижу? Так, хорошо, я тебя уничтожил в твоем подкопе везде, но я его все равно рано или поздно сломаю. Ай, так. Все, смотри, как твой дом сейчас будет смачно взрываться. Нет. Ха-ха, смотри. Нет. О, как это красиво. Нет. От твоего дома ничего даже не осталось. Нет. Мой дом, моя жизнь.
Прощай, неудачник. Напоследок. А, я прям к осушителю. А, я умер. Ха. Нет. Короче, ролик подходит к концу. Сегодня были мы, Магомед 97К, и неудачник, который потерял дом. Всем пока-пока. Надеюсь, ты скоро лучше станешь. Лучше не надо дать хорошую.